Тестируем новые уникальные стайлинг, которые без применения каких-либо стайлеров держат укладку локоны. Локоны держат. Называется Invisible Roller. So that's my tool. Instead of me using a curling iron or a blow dryer, I use that product as my tool. Да, это и есть наш инструмент. Мы вместо того, чтобы использовать какой-то нагревающий инструмент, либо использовать бигуди, мы используем такой спрей. You know, put it on, twist it, pin it, go put on your makeup, go drink your coffee, have your breakfast, get dressed. Let that be the last thing you do, is take those out, and you'll have big, beautiful curls. 20 minutes. Yeah, some people 15. The bigger the curl will be. Чем больше секция, тем больше будет, тем круче будет локон. But what I want you to notice is... Больше секции, чем меньше прядочек. Да, чем, yes. Чем толще прядь мы берем, чем больше волос в пряди, тем крупнее будет локон. Да, если, да, если да. Если прядь потоньше, то тогда прядь... Кучеряшки. Да, да. Тогда локон будет более мелкий. What I want you to notice, though, is as she's taking the video, look at the hair here, and then after we put the product on, the shine that it gives the hair. Да, так как мы сейчас снимаем, это будет очень хорошо видно. Посмотрите на волосы, какие до, и какие блестящие они становятся после нанесения продукта. See the bounce that you have? So they can see your gorgeous. Ta-da!